Девочки, ну вы там где? Идем, идем, сегодня такая жара. Фу. Девочки, девочки, подождите меня. Ой, неужели добрались? Ну что, девочки, пойдемте быстрее нырять в бассейн. Девочки, девочки, быстрее сюда, здесь такая прохладная водичка. Как же надоела эта жара. Вот бы был целый бассейн снега. Сейчас бы туда пульк. О, и прохладно, прохладно, прохладно. Ай-яй, какая горячая вода. Нет, и так жарко. Я там вообще сварюсь. Я лучше пока на шезлонге посижу. Вот бы сейчас была зима, снег и холодно. Да ну, трамблмейкер, ты что? Лето, это здорово. Теплая водичка, на улице тепло. Иди к нам купаться. А где это я очутилась? Пойду осмотрюсь. Эх, не могу на такой жаре, пойду домой. Девочки, я пошла домой. Не могу, жарко мне. О, ух ты! А что это? Какая-то волшебная штука. О, кто-то забыл свою волшебную палочку. Ух ты, ух ты, ух ты. Сейчас сделаю целый бассейн снега и будет холодно, холодно, холодно. Все девочки обрадуются и будут там купаться. Так, так, так. Ой, а что нужно говорить? Волшебная палочка, я хочу целый бассейн снега. Нет, вода, ничего не получилось. Так, так, так. Как там было в сказке? Взмахнула волшебной палочкой, и все получилось. Хочу целый бассейн снега. Оп! Опять вода. По-моему, эта волшебная палочка не работает. Наверное, батарейки сели. Эх. Абракадабра, целый бассейн снега. Бум! Снег летом. О, какая природная аномалия. Нужно вылезти, а то замерзну. Девочки, девочки, вы видели? О, целый бассейн снега навалило. Да-да, Супер Биби, видели. Только представляешь, больше нигде нет. Снег выпал только в бассейн. Что это за чудо такое чудесное? Эх, ничего не получается. Ой, девочки, а что, вы все позагорать вылезли? Трамблмейкер, да ты что? Там целый бассейн снега навалило. Кто ж там купаться будет в такой ледяной воде? О, целый бассейн снега! Где-где-где? Где-где-где? Ух ты! Ух ты, ух ты, вот это да! Мне нравится такая ледяная вода. Девочки, девочки, ну это же здорово, такая ледяная вода в такую жару. Идите ко мне быстрее, будем купаться. Снег летом, это же так здорово. О, неужели мое желание сбылось? Это настоящая волшебная палочка. Трамблмейкер, ты о чем? Что за палочка? Это ты что ли тут наколдовала и целый снег нам сделала? О, верни нам теплую воду, мы не будем в таком купаться. Давай, показывай, где твоя палочка. Я буду разбираться. Ага, вот оно, место колдовское. Так, 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 не нужен нам такой бассейн. Верните нам бассейн с водой. Что это такое? Снега летом навалило. Раз, два, три. Бассейн с водой, вернись. Ничего не получается. Надо слова волшебные знать. Так и буду я тут в снегу купаться. Ура, ура! Девочки, идите ко мне закаляться. Не работает, про слова какие-то говорит. Так, так, так. Абракадабра, хочу бассейн с водой. Верни все на место. Ой-ой, опять вода нагревается. Опять вода нагревается. Пара снежинок осталось. Где весь мой снег? Верните снег. Что такое? Там кто-то палочкой балуется, что ли?
девочки. Тачдаун, так это ты здесь балуешься. Давай мне палочку, я верну на место свой снег. Нет, Трамблмейкер, ничего я тебе не дам. Бассейн должен быть теплый. Какой еще снег? Мы там купаться не хотим. Нас больше, а ты одна. Ну и что, что больше? Палочку я первая нашла. Дай сюда. Нет, не дам. Нет, отдай. Нет, не дам. Отдай, отдай. Нет, отдай, говорю, палочку. Я хочу бассейн со снегом. Так, так, так. Стоило мне на минуточку отойти, как тут уже у меня в волшебном царстве что-то смогло произойти. Девочки, девочки, что случилось? Вставайте, не ругайтесь. И палочку мою отдайте. Здравствуйте, а вы кто? Ух ты, ух ты. София прекрасная, держите, держите. Я не трогала вашу палочку. Просто у нас Трамблмейкер ей побаловалась и навалила целый бассейн снега. А нам снега не надо, мы хотим в теплой воде купаться. Извините нас, мы больше не будем ваши вещи трогать. У нас и так все хорошо, теперь теплый бассейн. София прекрасная, нет-нет-нет, дайте мне палочку. Я сделаю себе снег и отдам вам обратно. Я хочу холодный бассейн. Трамблмейкер, нет-нет-нет, мы хотим теплый. София прекрасная, не делайте ей холодный бассейн, нам нужен теплый. Тачдаун, нет, холодный. Нет, холодный. Нет, холодный. Нет, холодный. Ой, так, 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 тише, тише, девочки. Уши в трубочку сворачиваются от ваших споров. Так, как бы мне вас рассудить? Снег летом, это, конечно, неправильно, но охладиться как-то стоит. Может, я вам всем по мороженому наколдую? Вы покушаете, вам станет прохладно, и все в теплую водичку нырнете. Ну как? Ой. Всем мороженого! Да-да-да! Ладно, пусть тогда будет теплая вода. А мне еще и конфеток, можно? Фу, помирила вас. Ну ладно, и конфетки, и мороженое. Идите купайтесь, сейчас все появится. А мне пора улетать. Трамблмейкер, слезай давай с моего волшебного пьедестала. Ой-ой, сейчас, я и не знала. Абракадабра. Ой-ой, а где мороженое? София улетела, а мороженое забыла. Ух ты, ух ты, у всех мороженое. София, а конфеты? Я еще просила конфеты. Ух ты, ух ты, а вот и конфетки. Спасибо, София. Всех нас помирила и мороженым угостила. Ну что, ребята, пока. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал Даринелка Игрушки и смотрите новые видео. Пока-пока!